Приветствую всех на своем канале. Сегодня хочу предложить вам вариант приготовления горячего блюда на праздничный стол. Этот рецепт я нашла в книге «Узбекские блюда». Называется в ней блюдо «Тавук дим-дим», по-крестьянски «Курятина». Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь. Ставьте лайки или дизлайки, кому что больше нравится, и пишите любые комментарии под видео. Это помогает каналу развиваться. Для приготовления нам понадобится 1 курица, айва, соль и другие специи по вкусу. Начнем готовить. Обработанную тушку курицы закладываем в глубокую посуду и заливаем теплой соленой водой. Оставляем ее так на 1,5-2 часа. Айву помоем и нарежем на небольшие дольки. Противень застилаем чистой мокрой салфеткой. Выкладываем на нее курицу и натираем курицу смесью соли и специй. Я взяла черный молотый перец, базилик и зиру. Фаршируем дольками айвы подготовленную курицу. Заворачиваем в салфетку. Еще хорошо проливаем салфетку водой. Оставшуюся айву раскладываем на противень и запекаем для гарнира. Курицу запекаем в духовке при температуре 200 градусов, приблизительно около часа. Время от времени обязательно нужно поливать водой салфетку, чтобы она не сгорела. Готовое блюдо подается на праздничный стол целиком, украсив запеченной айвой. Если вам понравилось это видеорецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите, комментируйте, высказывайте свое мнение, советуйте, задавайте вопросы. Это очень важно для продвижения канала. Приятного вам аппетита!